Несмотря на время года, руководство курорта уже сейчас начинает подготовку 151 километра сочинских пляжей к новому купальному сезону. Летом 2017-го их в южной столице будет больше обычного. В этом сезоне отдыхающим и сочинцам были доступны 67 пляжных территорий. Арендаторы 20 из них требования так называемого пляжного паспорта не выполнили. Это выявили ежедневные мониторинги. Среди попавших в черный список пляжей – Аше, Фламинго, Дагомыс, пляж санатория СССР, Взморье, Лагуна, Марсель, Головинка, Горный воздух, Мариса Тореза. Главные нарушения – изношенное пляжное оборудование, нехватка раздевалок, отсутствие матросов-спасателей, сотрудников ЧОПов, камер видеонаблюдения. А на некоторые пляжные полосы по-прежнему заезжают автомобили, а это сегодня в Сочи недопустимо. В следующем году работа будет построена иначе, заявляют власти города. Арендаторы будут проходить более жесткий отбор и соблюдать новую концепцию единого архитектурного облика сочинских пляжей. Конкурс будет объявлен по всей стране. Все желающие будут подавать заявления. Мы будем рассматривать проекты благоустройства пляжей. На этой комиссии будет принято решение о расторжении договоров, либо о том, чтобы выставить нашим пляжникам дополнительные требования и для того, чтобы в следующем сезоне избежать нарушений, которые мы выявляли в этом. Благодаря работе на пляжах сотрудников ЧОПов там снизилось количество краж. В прошлом году в полицию поступило 103 обращения, в этом в 3 раза меньше. Безопасность прежде всего, отмечает заместитель главы Сочи Олег Ясюк. Что же касается внешнего облика, то и здесь требования для всех одинаковые. Новое оборудование, чистота и порядок. Об остальном позаботятся городские власти. Большую работу будем проводить по отсыпке пляжей. Мы понимаем, что на следующий год приедут столько же отдыхающих. И мы видели, что на самом деле пляжных территорий не хватает. Но у нас есть огромный потенциал. Это и в Хостинском районе, и в Адлерском районе. У нас сейчас ведутся переговоры и с РЖД по электричкам, также с экскурсионными фирмами, которые будут возить на пляжные территории, вновь созданные. Очередное заседание комиссии по благоустройству пляжей Сочи через месяц. Именно такой срок дается на работу над ошибками тем арендаторам, чьи нарушения признаны незначительными. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.